этим проектом, как ни странно, я занимаюсь с 2006 года. Американцы нам сделали большой генплан. Мы думали, что мы будем строить дома, виллы. Площадь всего Сибириза 450 гектар. В следующем году будем строить около 70 новых строений. Все квартиры, все юниты у нас проданы до завершения строительства. Аяс, 24 года он продавал первый лайтхаус, потому что строил лайтхаус его родственникам.